У меня такой вопрос. Вы часто цитируете философов, историков, общественных государственных деятелей, таких как Бердяев, Ключевский, Столыпин. Скажите, а каков корпус тех исторических материалов, к которым вы обращаетесь для ответа на вопросы, которые стоят перед современной Россией? Долго говорить не нужно, вы только... Только. Ну, если я сам над чем-то работаю перед тем, как что-то сказать или выступить где-то с какими-то вещами, то так же, как любой человек, я просто стараюсь вспомнить то, что Что с вами? В ухе стреляет. Ай-яй-яй. Мне казалось важным и интересным, когда я когда-то раньше что-то смотрел, читал, там, с чем-то знакомился, и просто через интернет, через книги стараюсь залезть туда и вспомнить поточнее, что же там, вот тот конкретный автор что-то сказал по той или другой проблематике. Тут, когда забираешь туда, смотришь, освежаешь что-то в памяти. Вот это, пожалуй, самое простое, самое востребованное. И... Это вот первое. А второе... Если сталкиваешься с чем-то таким, а это очень часто бывает, что уже в той или иной форме было в прежние времена, стараешься тоже посмотреть просто на то, как развивались события в тот момент времени, там, когда-то раньше, и какие были приняты решения, и к чему это привело. Вот если время есть этим заняться анализом, я так стараюсь поступить. А если нет, то если все приходится делать быстро, то, как в свое время говорили, руководствуясь со своим правосознанием и пониманием, что возможно и полезно для той или иной отрасли или для страны в целом, именно в сегодняшней ситуации. Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем.